на кадрах, снятыми очевидцами, первые минуты после нейтрализации стрелка. Толпа людей бежит, а потом смотрю, за ними идет человек молодой с ружьем и стреляет. Я еще продолжала думать, что вообще. Потом смотрю, один человек упал на траву и лежит на траве. Тогда уже мы поняли, что мы были трое в комнате. Мы тогда поняли, что это уже не учение, а что-то серьезное. И мы закрылись в деканате изнутри. Это началось в 11:20, и мы целый час сидели до 13:20. А потом постучалась полиция, и нас стали эвакуировать. Во время стрельбы в Пермском университете 8 человек погибли, и более 20 человек получили травмы разной степени тяжести. В момент задержания серьезное ранение получил и сам стрелявший, он госпитализирован в тяжелом состоянии. Как заявили в Росгвардии, Тимур Бекмансуров, устроивший стрельбу, владел оружием на законных основаниях. Ранее Бекмансуров разместил в соцсетях информацию, в которой сообщил о своих планах, а также подробно описал, как получил разрешение на оружие и обманул психиатров. Местные таксисты не остались равнодушными к трагедии, они бесплатно развозят студентов от вузов, где произошла стрельба. Подписывайтесь на наш канал, чтобы всегда быть в курсе событий.